Всем трямо доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Оф, да уж, куда ж без пятигушек. Ну что, Just Cause? 3. Напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео, с вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Костасют. Так, а мы, собственно, где и хрен ли мы тут забыли? А, все понятно. Ну, полетели. Рико, мы с повстанцами везем кое-какие краденые припасы с севера. Для разнообразия. Встретим всю стены. Есть новости. Похоже, Деравелла собирается атаковать. Нам понадобится твоя помощь, амико. Удивил, блин. Как это? Перевожу на местный язык. Значит, сейчас мы как идиоты потащим сверхдорогущую штуку в одном каком-нибудь хлипеньком грузовике, а ты будешь отбиваться от армии. Разнообразие, можно же на машинах тут поездить. Для разнообразия. Хотя, честно скажу, с парашютом гораздо интереснее. Тут, во-первых, вот этот вот... как это правильно обозвать-то? Вот этот маршрутизатор работает, мягко говоря, отвратительно. Потому что он не всегда показывает дорогу туда, куда надо. Он может вести тебя... Да куда ты, пляха-муха? Ты чё, эй? Кто там? Что? Чё, кто? А, трактор! Ёкало мне. Трактор? Да ладно. Да хватит нет, вход в систему выполнять, ты заколебал, блин! Ты чё, игра? Отпусти! Ты смотри, что делает, а? Я не знаю, он не может подключиться уже несколько раз уже. Ты смотри, дрянь какая. Ой. Ну давайте вернемся. Не, ну так вот так такую машину надо. Такую машину надо. Вы что, вы посмотрите? Ух! Революция несется вперед. Это вам не Ленин на броневичке. Я вас, это Рико. Как ты там, Родригес? На тракторе. Неподалеку в машине перевозит заложника, Рико. Угу. Угони ее и доставь заложника в безопасное место. Сейчас догоню. Ох, догоню. Эпическая погоня будет. Ну, я видел на заставках, что, типа, если сюда нитро поставить... Кстати, раз уж пошла такая пьянка. Секундочку. Ну-ка, автом... Так, нитро, да? Так. Ну и чё? И где? Эй! Ну и чё? И где? Оно не работает. Мышь 3, вот я нажимаю. Ти, ёлки, идите. Идите вы в этот самый... Ну чё вот, весь наземный транспорт. Лучше со... А, со склада повстанцев. Понятно. Да в автономном режиме ты заколебал уже. 10 раз тебя нажал. Успокойся, блин. Нет. Square Enix, подключись к Square Enix, боже мой. Я ему уже раз 4 нажал, говорю, в автономном, все, успокойся. Ну как же так? Как же без подключения-то к нам? Скажу одну вещь. Быть крутым, тяжкий труд. Точно. Рико Родригес так круто ехал на тракторе, что постанет сам от ужаса спасся. Кто же едет?
Я говорю, в какой момент стало абсолютной нормой, блин, иметь долбанное подключение к каким-то там сетевым функциям, блин? Это абсолютный идиотизм, блин. Причем, ну ладно, я понимаю, когда там в этих играх, как его, ну, в играх типа Unreal, Call of Duty, не знаю, там, да тоже Diablo, да, третье, где, хотя даже там это не обязательно. Ну, сетевых, короче говоря. Когда ты играешь в одиночный режим, где-то тут у себя. Какая вам, простите, разница, что я тут делаю? Как это? Боритесь с пиратством? Ну, боритесь, я-то здесь при чем? Как это? Почему ваша борьба с пиратством создает проблемы мне, обычному игроку? Я уж молчу про эти современные веяния, блин, тупые. От разного рода игроделов, которые гордо заявляют, что теперь мы в России свои игры не продаем. Да. Ой, блин. Я говорю, вот те, кто, скажем так, те, кого вы теоретически пытаетесь наказать, такой здоровый болт кладут на это дело. С какой помпой это заявляют? Противно становится, блин, вояки диванные. Лицемеры. Что с них взять? Самые обычные лицемеры. Ну вот. Рико, это трактор. Да. Да, это трактор. Ты абсолютно права, дорогая. Ёб твою за ногу, ну ты смотри, он мне не дает карту даже посмотреть, блин, сразу. Вход в систему, выполняется вход в систему, вы не в системе, вы не в системе. И главное, ты не можешь отключиться от этого, смотрите, чё. Мне тут удивительно, что не нашлось никаких, ну... Интересно, вот реально, можно подать в суд за такую херню? Ну то есть, вот, по большому счету, да, что-то тут при... Да ты смотри, дрянь какая, пошел вон, тебе сказали. Ведь это по большому счету реальная принудиловка. То есть, как бы, человек покупает продукт. Как там? Из серии, да? После свадьбы, да? Счастливый жених обнаружил, что женился он не только на своей невесте, но и еще маме, папе, десятке братьев, сестер и вообще целой куче родственников, да? Которые теперь почему-то считают своим долгом постоянно находиться где-то тут поблизости. Алло. Эй. Вот так и здесь, да? Ну, хотя, с другой стороны, все эти темы с лицензионным соглашением, которое ты типа подписываешь, хотя тоже это полнейшая чушь на самом деле. Да, вот бы эти проблемы решать в 2023-м. Ладно, отвлечемся. У нас тут свой нехороший дяденька. Хотя, после прошлой серии, конечно, я немножко разочаровался. Я был абсолютно уверен, что сейчас будет, ну, вполне... Ну, нет, конечно, с одной стороны, можно сказать, что это настолько плохо, что даже хорошо, но с другой стороны, это слишком тупо, чтобы быть хорошо. Ну, потому что, действительно, получается, что вот это вот, ну, все, что сделали, да, мы действительно добились своего. Хочется сказать, чего? Чего? Стоп, ружбайки, аниме, по-моему. Не, аниме не нужны. Ну давай, вперед. Че, на лодке поедем? Ой, да ладно. Неужели вы хотите сказать, что мы сейчас поедем на лодке? Да даже на нормальной лодке, не на этом дурном катере с пулеметами. Рико! Когда построили эту штуку, я сказал себе, когда-нибудь Марио Фриго встанет на стене и помочится с края света. Дебил. У тебя всегда были большие цели. А, это уже третий раз с тех пор, как я сюда прибыл. Ты тоже попробуй. Если Диравелла собрался нанести удар, ждать не придется. Что она здесь делает? А ты сам попробуй что-нибудь запретить Розе Мануэле. Рико. Для вас здесь слишком опасно. Я не только предводитель, но и символ. Ты это понимаешь. Именно поэтому ты сносишь статуи и избавляешь страну от яда пропаганды. А если Диравелла убьет вас? Ваших статуй у нас нет. И вообще-то, если... Прошу прощения, у меня есть один друг, скульптор. Отвези ее назад.
а я буду удерживать стену. Не то чтобы друг. Знакомы по социальным сетям. Ну, нормально. Нет, серьезно, в какой-то веке я вижу адекватную реакцию из серии. Ты чего приперлась, блин? Сиди, как это? Нет, конечно, молодец. Никто не спорит, но давай-ка это. Мы вернулись в пещеру. Как там дела? Да пес его знает. Не могу говорить. Тут какой-то груз. Эй, постарайся все уберечь, Рико. Повстанцам очень нужно снаряжение. Окей. Нормально, чувак, прошел, блин, и побежал, елки-палки, ты смотри. Сюка, а ну иди сюда. Но у меня есть вот эта штука. Они ж на меня агрятся. Вот один, вот второй, третий. И четвертый. Красота. Вообще красота, я считаю. Был бы еще танк потяжелее, который с пулеметом. И вообще было бы хорошо. Давайте, ребят, давайте. Летаем, не стесняемся. Чувак. Ну-ка, целься. Целится он в меня. Ты знаешь, как тяжело было отжать этот танк? Вообще никакого уважения. Эх, пулемета нет на этом танке. Я говорю, потяжелее бы. Да что ты? Да, блин. Да ё-моё. Какие-то покрепче, ребята. А ты... Эй, ну-ка... Блин, черт. Мы с ними справились, но они еще вернутся. Да? Вы думаете? Как же они еще вернутся, если я их всех сбил? Приближаются вражеские истребители. Истребители? Это любопытно. Что же вы мне предлагаете делать-то? Истребителями. Один грохнули. Снова они. Да блин, вы заколебете, а? В смысле? А вы здесь откуда взялись? А, то есть полный фарш, да? Чувак, куда ты прешь, блин? Thank you.
самонаведение в данном случае идет нахер широкими шагами. Мне нравится расположение этой зенитки, блин. Нет, чтобы нормально ее на краю, блин, поставить, чтобы можно было вот туда бахать, блин. Чувак, а ты не слишком издалека начал, а? Рико, они забрали Зину! Взорвали дверь и утащили его! Они летят к тебе на вертолете, Рико! Ага. Черт, это был отвлекающий маневр! Да? И чё? Рико, поднимайся на стену! Я уже на ней. И чё? Поднимись на стену, сам увидишь! То есть здесь я на стене, чё вам надо? Чё я должен увидеть? Ну, я на стене. И чё? А, он на той стене. Чё ж ты... Да блин, какого... Почему у меня в руках всё ещё гранатомёт? Я не скрасу. В смысле? Чё происходит? А? Что ж, Рико, остались лишь мы с тобой. Ты чё, дебил, что ли? И чё ты стоишь? О, господи, дебилизм. Круто. И что мне надо делать? Я не могу, тут зенитки, у меня ракетница, веревка. Остались лишь мы с тобой. Поднимайся на стену. И что? Позволила Зина сбежать. Да, ты тупая овца. Поехали, Дайма. Я позабочусь о Зине. А что мне с ним делать, я прошу прощения. Отпусти меня, пожалуйста. Физай. Ох, я этого не хотел. В аварии открывал дорогу ко множеству химических новинок. Обязательно. Ночное освещение, магнитный... Зина покончена. Освещение, все ночное. Чё? Здесь, в пещере, мы потеряли многих друзей. Пора покончить с войной, Рико. Да, самое время, старина. Так я чувствую, что его не нужно было убивать. Ну, фиг знает. Все? Мне так нравится вот этот образ. Ага. Пришло время нанести удар по последней из командных цитаделей Диравелла. Надо встретиться. Уже? То есть серьезно? Так ёб твою за ногу, ты как ты достал-то, а? Ой, блин. То есть тебе просто не дают играть? И главное, ты уже нажал. Играть автономно. Все. Нет, как автономно? Ты что тут? Нет, вы что-то не поняли. Сейчас мы вас еще раз попробуем подключить. Как же это автономно? Тут без нас что ли? Да вы чего? Так, куда тебе надо? Глазами по последней крепости, да? То есть, я выполнил буквально там 2-3 задания, и уже последняя крепость. Логично. Грейтесь в лучах славы. Знаете, учитывая вашу местность, я бы предпочел охладиться в этих самых лучах, а не греться. Где это? А, вон она. Разрушитель миров. Мир оф, мир он. Ну, вперед. Сейчас разрушим чей-то мир. Ты не понимаешь меня, Тео. Я тебя пойму. Тебе стоит потренироваться. Многие сегодня погибнут. Не сегодня. Сегодня мы победим. Нам не победить, пока работает комплекс по исследованию Баварии. Значит, мы взорвем его. Если добраться до центральной панели, можно разрушить башню с помощью ИК. Петабайты материалов будут уничтожены. Но нужно отвлечь врагов, чтобы я взломала систему. Мы это сделаем под прикрытием войны. Рико, на минуточку. Рико,
Революция в долгу перед тобой. А можно без лозунгов? Перед всеми нами. Ты дал людям надежду. Когда все закончится, ты все еще будешь нужен людям. Война и беспорядки разваливают страны, но возрождаются они народной волей. Народную волю я оставлю на твое попечение. Сейчас нужно отбросить исследование Бавария где-то на полвека назад. Может быть, я поторопилась. Куда? Баварии может пригодиться при восстановлении Медичи. Опа! Нет. Нет, Баварий слишком опасен. Чувак, да ты чё? Дировелла лишится всего. Политик. Конечно, ты прав. Там кого-то сбивают в воздухе. Нужно смотрите. Собраться. Пора. Чувствую, будет важно. Это ты кому скомандовал? Тут нет никого. И пошел. Генерал сам себя. Воин армии. Да, Рико. Это война, которой мы ждали. Да? Да ёп! Да ну мне похер, блин, в автономный режим. Ну что ты? Квартал. Иди туда и помоги наступлению. А что им помогать? У них и так все хорошо. Я ж уже все захватил. Фратре, победа близка. Защити наших бойцов от снайперов во время наступления. Опа, а ну-ка иди сюда. Стой, 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 чувак. А ну-ка, иди сюда. Да куда ты? Блин, ну как? Ну почему? Ты что, дурак что ли? А, он падать начал. Собака. Твою за ногу. Даров. Не ожидал? Вот гадство, да? Привет. Все чисто. Вперед. Рико, убей снайперов, чтобы наши бойцы могли наступать. Да я что, против, что ли? Опа. Где еще один? Так, где он? Ку-ку. Революцию никто не остановит. Вообще никто. Опять снайпер? Да сколько же их тут, ёлки-палки. Опа. А сколько там, простите, наша революционная армия? Многим повстанцам нужна помощь. Ага, прям многим? Ну пошли, поможем многим повстанцам. Я тут как вертолет слышу. Не вижу, где он. О, вон он. А, это свой. Блин, обидно. Ну, ладно уж своих сбивать. Ну и потом от... А, это транспортный. Он нахрен не нужен. Ну, вот, пожалуйста, вражеский мотоцикл уничтожен. Ну, хорошо вовремя захватить. Ребята там сами неплохо справляются. Ну нет, не то чтобы прям совсем уж сами, потому что тут все-таки немножко получается, что хоть территория и твоя, но... Ну хотя, подождите, нет, территория моя, и... Да, вот, пожалуйста, еще один вражеский. Эх, вертолет. Ребята, сейчас можно его не уничтожать, а мне оставьте. Вон, видите, да, там базы как бы, которые вполне себе активно. Ой, это хорошо. Если ты взломаешь ЗРК, мы сможем нанести удар с воздуха. У них бронетехника, да ты что, правда что ли? Сейчас, погодите. Так, ой, я танк вижу. Ой, как хорошо, так, это мне. Это мое. Мое. Ну-ка дай. Ой, это свои.
Так, сейчас. Успел она, интересно, бахнуть? Или ее разорвало в клочья? Успела. Так, а мы танк там в порядке? Блин, танк с... Ай, сломали, сволочи. Рико, время пришло. Встретимся у башни главного командного пункта. Давай. Время пришло. Кости отправиться. Ждет меня старинный друг. Да? Блин, я не хочу на истребителе. А можно я вас вертолет у кого-нибудь отожму? Эй! Вон, летают. Дайте. Да блин, Рико, отпусти ты этот транспорт! Подойди-ка. Вылезай. Вива Медичи. Вот так. Не, ну а чё? Красные они все снесли. Ну и потом мы за Рико падали с таких высот. Нормально. Вот, кстати, непроработанный момент, да? Ну, типа Рика цепляется за свой вертолет. Почему нет функции вот этой, типа, приземляйся, мол? Прикиньте, залипание клавиши. Вдруг дало о себе знать. Ни с того, ни с сего. Я уж выключил, по-моему, давным-давно, блин. Вдруг на тебе опять включился. Это очень странно. А куда мы летим? А, так это же уже захвачено, вы чего, ребят? Я-то думал. Проснулись. Да ёп, ты иди ты в жопу, блин, нет, это просто невероятно. То есть зачем ставить плашку в автономный режим, если вы ее сами ни хрена не соблюдаете? Это, я не знаю, это какая-то шизофрения, вот если откровенно говорить, так подумать, да? То есть они сами ставят выбор в автономный режим. Все, ты поставил. Ты что-то опять подключаешься-то. Причем, заметьте, тут не бывает, ладно бы это вылазило еще, знаете, как, ну, типа, выбор, мол, а вы хотите, может быть, включиться? Нет, тут именно сначала он пытается включиться, потом опять спрашивает, а вы повторите или в автономный режим? Опять спрашивает, и опять спрашивает. Ой, да уж. Осталось 3 километра и 300 метров, наверное, все-таки. 20, 10. Просто 3 километра. Ну, с такого расстояния бить я пока не могу. Никак. А чем сюда летим-то? Тут уже все захвачено. Без вас. Как там? Давным-давно. Вообще, интересно, как они разрулят этот момент с Баварией? То есть, по логике, ну, вообще Мануэла права, на самом-то деле. То есть, вот эта разработка оружия, это один из инструментов, как бы... Ну, выгодополучение. И фраза, что типа оно слишком опасное, и чё? Один хрен его будут разрабатывать. Ну, то есть как бы... Ну, не получится это спрятать. Никак. Ну, просто не получится. Ну, вот. И чё? Добрался. Вот он, наши летают. Прилетел. Да, можно было вертолет не ловить. Ну сколько еще? Есть сложность с автоматическими системами. Придется наводиться в ручном режиме. В ручном? Что значит в ручном? Мне придется остаться. Забудь, нигде ты не останешься. Найдем другой способ ее уничтожить. Что, прокатишься еще на одной ракете? Нет, это единственный способ. Дайма! Я должна убедиться, что знания об аварии уничтожены. Я прожила очень долгую жизнь. В ней было много ошибок, но были и победы. Просто доверься мне. Все хорошо. От скотина.
красиво, конечно, но, по-моему, глупо до невозможности. Ну, то есть, как бы... И зачем это самопожертвование было сейчас? Типа, как прокачать все на одной ракете. Да, прикинь. Прокатиться на еще одной ракете. У него работа такая, на ракетах кататься. И вообще совершать всякие невероятные, запредельные штуки, блин. Да. Ну, я говорю, эта игра вот, ну как сказать, она пытается типа в какую-то серьезность, но это настолько глупо и наивно выглядит, блин. Что за оружие? Что это такое? М4. Ух ты. А чё это так? Опять запомнил. Мы победили! Мы его победили, Рико! Ну как победили? Марио, Дайма, она была в башне. Что? Она? Она мертва, Марио. Дайма! Да. Ты где, Марио? Роза Мануэлла произносит речь. Мы все здесь. Мы все... Фу, блин, да что ты будешь делать? Никак не успокоиться, блин. Вход в систему. В систему. Ну, войдите. Блин, я не могу. Это такой тупизм, блин. Может, конечно, где-то в настройках есть не выполнять этот вход в систему, кстати. Ну, да ладно. Ох, ёкало мэна. Давайте вот так сделаем. И посмотрим, что это за мощная пуколка. Так, сейчас посмотрим. Сейчас поглядим. Сейчас, секундочку. Давайте-ка сделаем вот так вот настройки. Создатели, управление, игровой процесс. Это явно не то. Очень смешно. Камера в транспорте. Надо ничего регулировать в транспорте. Но тут нету, видите, тут нет этого, как сказать, здесь нет сети, так, особая. Подожди. Во, трудно. Да? Ну, давай. Значит, если мы стреляем из вот этой штуки, получается вот так вот. И тут у нас... Сойдет. Сойдет. Согласен. Хорошая вещь. Ой, да, ну хватит, чувак. Ну ты чё, блин, а? Ой, кошмар, а. Выполняется фуд-система. Фуд-система выполняется. Ну выполняется он, понимаешь? Ну, ну как без систем-то, а? Я говорю, ещё кто-то... Кто там про матрицу рассказывал? Вот она, матрица, блин. Люди, которые не мыслят тебя вне их системы. Ну ты же купил нашу игру. Ты с нами. Один из нас, один из нас. Здесь, конечно, минус этой взрывчатки. Она какая-то слишком... Ну посмотрим сейчас, на самом деле. Потому что, да, шума-то много. Но... Сын Медичи. Сын Медичи. А Медичи это кто? Это мама, папа, бабушка, дедушка. Давайте еще это задание цапнем. Это вообще финал сейчас окажется. Сейчас я не удивлюсь, если Рика вообще возьмут в плен. Ну а что? Скажут типа,
Но... Их гибель не будет напрасной. Да. Из пепла, из так любимого Дировелла пламени, Медичи восстанет, подобно Фениксу. Ура! Свободный мир радуется с вами. Ура! Выпьем за победу, жители Медичи. На сегодня война окончена. Рико, задай ему. За всех жителей Медичи. Но остальных-то мы не знаем. Нужно найти его и покончить с ним. Эй, а ты почему не празднуешь? Много хороших людей погибло, Анника. Ну, Дайма, например. Сообщает, что с башни Центкома до ее обрушения успел вылететь современный боевой вертолет. Где он теперь? Источники сообщают, что он полетел к вулкану, но оттуда он не вылетал. Нельзя допустить, чтобы он сбежал. Мы с тобой, Рико. Покончим с ним, Рико, за Дайму. Встречаемся у вулкана, осторожнее. Дировелла так просто не сдастся. Неужели это финал? Мы идем за тобой, сволочь. Серьезно? Вы хотите сказать, что это вот, вот эта вся игра, то есть ее реально за полчаса можно пройти, без шуток? Ну так, если не париться по поводу захватов, вот этого всего. Капец. Так, ну конечно, замечательно, что я начал это задание, только просто у меня будильник сейчас уже заиграет. Так что сейчас мы, наверное, остановимся. Направляйся к вулкану, Рико. Мы встретим тебя там. А. Так, это где? Ну да. Угу. То есть вот если это все не захватывать и вообще не париться, в принципе... Чисто по заданиям. Да. Ну да ладно. В общем, ладно, действительно, будильник сейчас прозвенит. Я не хочу делать видео слишком долгим. Вот, пожалуйста, уже квакнул. Так что это задание будем выполнять в следующий раз. Я не удивлюсь, если оно будет либо последним, либо каким-нибудь предпоследним. Потому что, в принципе, по-хорошему, надо бы сделать из вот этой вот тети, которая тут у нас за нас, типа, тоже сделать бяку. Да, то есть, типа, что она под конец скажет. Конечно, замечательно, что мы тут Дировелла изгоняем, но, ты знаете, ребят, он так-то вообще впрямь был, просто надо немножко другим методом. То есть, все, в принципе, правильно, только немножко, только меньше армии, да, и говорить надо по-другому, а так, в целом, все то же самое. Ну, посмотрим. В общем, на этой немножко грустной ноте мы потеряли Дайму, хотя, в принципе, учитывая, сколько ей лет, это был ее выбор, тетенька умная, пес его знает. Да, о, фига себе, опять истребитель. Ненавижу истребителей. Ладно, в общем, на этой слегка грустной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Всех, кто ждет, досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девочкам, кощечку, увидимся в следующей серии. Just Cause 3. Не безоговорочная, не forever, ну, наивная на самом деле. Так, блин, не знаю. Как сказать... Главный персонаж достаточно харизматичный и прикольный. И вот если бы игра вся была вот в таком, знаете, дурашливо-хулиганском стиле, да, то есть ты там летаешь на ракетах, там вот, вот да, вот это все, то было бы норм. А они здесь как-то на этой дурашливости, но при этом пытаются еще и вроде как в серьезные темы, вроде как. Ну, получается, как это и не то, и не все, ну, блин. Не знаю, конечно, может, детишкам нравится, но я, видать, уже слишком старый для всего этого. Мне подавайте либо серьезность, либо дурашливость. Ну, или серьезность с соответствующими шутками. Или дурашливость с соответствующей серьезностью. А не так, что кусок оттуда, кусок оттуда. Да, еще немного сверху цемента, ваты, этого, борща накинуть. Пыль звезд, да, и немного магмы. Все это смешать, а что получилось, да хрен его знает. Жри, 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 что дают. Как-то так.